Поддержать всем миром Народный фронт запустил портал победа.онф.ру, информирующий о том, как помочь жителям Донбасса и военнослужащим, участвующим в специальной операции на Украине. Об этом рассказали на встрече участников проекта Народного фронта «Все для победы». В рамках проекта «Народный фронт» систематизирует деятельность военкоров, блогеров, собирает пожертвования, закупает дефицитные товары, организует логистические цепочки. Те, кто хотят оказать помощь, могут зайти на сайт, где объявляют сбор средств для того или иного подразделения ЛНР или ДНР, посмотреть сформированный заказ и сделать перевод, а дальше отследить, когда груз будет доставлен конкретному потребителю. Кроме того, можно оставить свои пожелания солдатам. Мы отправляем не просто на Донбасс некую закрытую коробку, в которой может быть секрет Пандоры заключен, а это на самом деле понятная помощь. Это памперсы вот конкретно городу Снежному, вот этому детскому дому. Или это шампунь, или это моющие средства, я говорю про мирную жизнь. Или это, конечно, квадрокоптеры, это тепловизоры, которые сегодня являются расходным материалом, они очень нужны, но они, к сожалению, выходят из строя. Но при этом, выходя из строя, они сберегают жизни наших бойцов и представителей Донбасса. К проекту Народного фронта присоединилась и Нотариальная палата Самарской области. Учреждение давно активно участвует в помощи раненым, проходящим лечение на территории региона. Покупает бойцам еду, которая не входит в рацион госпиталей, и одежду. Общая сумма, оказанная таким образом помощи, составляет более 1 900 000 рублей. Что касается нашей помощи, ну, мы считаем, это не помощь, а наш долг, который мы оказываем тем воинам, которые находятся на излечении в Самарской области. Это и в военном санатории «Волга», и на территории госпиталя военного. Но главная помощь Нотариальной палаты Самарской области, которую оказывают нотариальные палаты всех регионов России, это оказание бесплатных услуг переселенцам из Украины. В Самаре такие услуги были оказаны на 1 300 000 рублей. По России сумма составила более 70 миллионов рублей. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.